приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, ребята. Вы нас, пожалуйста, извините. Пока Николая Владимировича Литвинова нет, мы сейчас быстренько соберем вещи в рюкзак. Мы в поход собираемся на 3 дня в лес. Быстро. Давай. Давай сюда рюкзак. Ага, бери. Клади. Давай. Так, аккуратнее, аккуратнее. Да некогда аккуратнее. Бросай как попало. Там на месте разберемся. Давай. Берем только самое необходимое. Миски, ложки, нож, вилки. Подушку. Какую? Пуховую. Хорошо, 2 подушки. Ага. Кружку. Чайник. Одеяло. С пододеяльником. Майку, плавки. Утюг. Зачем? Брюки гладить. Правильно. Только возьмем электрический утюг, он быстрее нагревается. Да? А во что включать будем? Розетку с собой возьмем. Правильно. Так, а из еды что берем? Ну, хлеб, консервы. Мороженое. Мороженое. Мороженое растает по дороге. Да? Да. Тогда мы его здесь едим. Верно. Так, а на чем обедать будем? Стол возьмем. Какой еще стол? Обеденный. Ну что ты, ну кто берет в поход обеденный стол? А что? Надо брать письменный. На нем и обедать можно, и книги можно в ящик положить. Да, но к столу и стулья нужны. Возьмем и стулья. 4 стула. Зачем 4? Нас же 2. Ну, а вдруг гости придут? А, да как же их затолкать в рюкзак, эти стулья? Попробуем. Попробуем. Не страшен, не жара. Фух, ну и жара. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Что такое? Что? А? Что это у вас тут происходит? Мы в поход собираемся. В поход? Помогите нам, пожалуйста, Николай Владимирович, надеть рюкзак. Постойте, постойте, постойте. Вы что же, и стулья с собой в поход берете? Ну, а как же, конечно. Да. Неразумно, неразумно. Лучше взять тахту, на ней сидеть и лежать можно. Правильно. Спасибо. Берем. Ну, пожалуйста, давайте я помогу вам рюкзак надеть. Так, ну-ка. Ой, ой, что-то в спину кольнуло. Кольнуло? Да. Может быть, у вас радикулит? Нет, у него утюг. Утюг, я так и думал. Друзья мои, ну разве так собирают рюкзак, а? Ближе к спине надо класть мягкие вещи. Правильно. Я положу к спине одеяло, а ты положишь к спине другую мягкую вещь, тахту. Вы меня просто удивляете, честное слово. Нужно брать самое необходимое. Никаких лишних вещей. В поход идут налегке. И одеваться надо тоже легко. Вот, смотрите, как я одет. Видите, тренировочный костюм. На ногах кеды. Понимаете, как надо собираться в поход? Понимаем. Тогда вперед и с песней. С какой? С песней Зубкова и Горохова «Гошкин поход». В воскресенье к нам в окошко солнце брызнуло с утра. И с утра пришел к нам Гошка из соседнего двора. Гошка старше нас немножко, мы для Гошки детвора. И сказал нам важно Гошка, долговязый рыжий Гошка: детвора, в поход пора. Мы по карте путь проложим без особого труда. Ну да. Будет лес и речка тоже, солнце, воздух и вода. Гошка, я и брат мой Алик вмиг собрали рюкзаки.
И в неведомые дали вслед за Гошкой зашагали вдоль извилистой реки. Столько дали, повидали, что не смели гадать. Вы, друзья, смогли б едва ли столько сразу повидать. Нас вперед манило лето, море пенилось вдали. Мы за час прошли полсвета. Трудно вам поверить в это. Только все-таки прошли. Вслед за Гошкой мы упрямо шли без устали вперед. Позвала обедать мама, и прервался наш поход. Нам пора готовить ложки, детвора, к столу пора. Так сказал сурово Гошка, и поход закончил Гошка у соседнего двора. У микрофона радионяни ленинградский писатель Вольт Николаевич Суслов. Однажды спросили меня ребята, как вы свои стихи выдумываете? А я их не выдумываю вовсе, я их ищу. Примерно так, как грибы в лесу ищут. Хожу и смотрю по сторонам, где там мои стихи прячутся. Вот просто так сесть и выдумать, это у меня ни разу не получалось. Мне обязательно эти будущие стихи надо увидеть или услышать. Помню, как-то раз шел я с корзиной грибов в лесу, а впереди меня мальчишка по той же лесной дорожке шагал с корзиной малины. Смотрела, как он эту корзину несет, как она все легче да легче становится, да так обо всем и написал. Когда ты шагаешь с тяжелой корзиной, дорога становится длинной-предлинной, а если в корзине пылает малина, еще тяжелее бывает корзина. Бежит, извиваясь, лесная дорожка, с корзиной, с малиной шагает Сережка. Приду я и маме отдам всю малину, и скажет мне мама, бери половину. Зачем же мне всю-то малину нести? Свою половину я съем по пути. И правильно, вмиг полегчала корзина. Малины осталось как раз половина. Вот скажешь мне, мама, какой молочина. Принес полкорзины, тебе половина. Дорожка петляет, Сережка шагает, малина в корзине опять убывает. Ну, тут на двоих еще хватит вполне. Полкорзин достанется мне. Полкорзины делю пополам, а все остальное я маме отдам. Дорожка петляет уже вдоль села. Половина пошла. Еще пополам бы. Да жалко, в корзинке половинки последней малинки. Стихи можно найти в лесу, на речке, и в городе, и прямо в школе. Вот помню, был я однажды на уроке и увидел там такую картинку. Спросил учитель, почему день зимой короче, а когда придет июнь, день длиннее ночи. Тянет руку вверх Тамарка, потому что летом жарко, день-то нагревается, вот и расширяется. Было когда-то однажды на детском киносеансе. Закончилась картина. Выходила из кинотеатра вместе с мальчишками, с которыми сидел рядом. Мальчишки фильм обсуждали, друг с дружкой переговаривались громко. Слушал я, слушал их. Что такое? Ничего понять не могу. Огорчился, конечно. А когда домой пришел, да подумал, то даже остался благодарен этим мальчишкам. Они мне тему для стихотворения подарили. Взял я и написал про фильм, и о том, как мальчишки о нем потом говорят. Там этой длинной саблей вжик из пистолета бух, а сзади раз нагайкой чик, а пушка сбоку ух, а наши трах, а те бабах, из берега был тых, потом шарах из ружей трах, и сразу всех троих. А дальше шмяк, а дальше бряк, а дальше пикай, тыц. Вам все понятно, что и как? Ну, значит, и конец. Спасибо вам, Вольт Николаевич. Хотите, говорите, а соленых нет конфет. Верно? Да. Верно? Да. Нет нигде таких конфет. Что хотите, говорите, у черешен синий цвет. Верно? Нет. Верно? Нет. У черешен красный цвет. Что хотите, говорите.
дети, нет на свете задавак. Верно? Нет. Верно. Нет. Мы встречали задавак. А в конце любого слова нужно ставить мягкий знак. Верно? Нет. Верно. Нет. Знай, где ставить мягкий знак. Что хотите, говорите, а в реке течет вода. Верно? Да. Верно. Да. На реке течет вода. А мальчишки не дерутся, не дерутся никогда. Верно? Нет. Верно. Нет. Ох, дерутся иногда. Что хотите, говорите, бродят в Арктике слоны. Верно? Нет. Верно. Нет. Бродят в Индии слоны. Что хотите, говорите, дети все дружить должны. Верно? Да. Верно. Да. Дети все дружить должны. Это прозвучала песенка «Игра» композитора Бориса Савельева на стихи Михаила Плецковского. Дорогие ребята, если вы помните, мы обещали открыть клуб «Почемучек». Мы просили задавать важные для вас вопросы. В каждом письме один вопрос. И этих вопросов пришло к нам очень много. Вот ты знаешь, например, что такое лошадь? Конечно, это каждый школьник знает. А я думаю, что не каждый. Вот один мальчик так ответил на этот вопрос. Лошадь – это такое травоядное животное, которое состоит из следующих частей. Головы, туловища, четырех ног, хвоста и телеги. Телеги. Да. Смешно? Конечно, смешно. Лошадь состоит из телеги. Вот теперь еще послушай. Другой ученик так написал, что такое корова. Корова – это большое животное, у которого на голове сбоку растут две загогулины. А сзади специальный хвост с метелкой, чтобы отгонять мух. Понятно. Корова дает людям молоко, и за это ее все любят. Так. Хотя в молоке иногда попадаются пенки. Если корова не дает молока, ее за это называют быком. Но вот пришел вопрос, на который мы сами ответить не сумеем. И в книжках на него трудно найти ответ. Вопрос такой. Радионяня, может, ты ответишь, почему мухи ползают по потолку и не падают? Мой сосед по парте сказал, потому что они пятки смазывают слюной. Я не поверил. Саша Струев, город Калинин. На твой вопрос, Саша, отвечает кандидат биологических наук Юрий Александрович Попов. Вы знаете, ребята, как ни странно, но мне, когда я еще учился во втором классе, именно такой вопрос задал один мой приятель. А до этого я просто даже никогда не обращал внимания на мух. Но ползают они, летают. Но когда он меня спросил, почему ползают мухи по потолку и не падают, я задумался и стал наблюдать, как они лапками умываются. Сосчитал, что у мух 6 лапок и хоботок. А почему поймать муху трудно, решил потому, что она глазастая. В общем, наблюдал я долго, потом начал интересоваться и читать книги о насекомых, а летом собирать коллекции и все, что попадалось в коллекцию, изучал. Вот так моя детская увлеченность переросла в мою будущую профессию, а по профессии я энтомолог. И вот сегодня на вопрос, почему мухи ползают по потолку и не падают, я могу ответить. У мух на лапках между коготками находятся мягкие подушечки, пульвиллы или оролии, при помощи которых лапки мухи присасываются к любой поверхности. Вот поэтому они легко передвигаются по потолку, причем не только мухи, но и тараканы, и другие насекомые. Так что мухи лапки слюной не смазывают. А вот, пожалуй, о тропическом хищном клопе Родниусе это сказать можно. Он выделяет клейкий секрет, который густо покрывает подошву лапок, и таким образом может удерживаться на любой поверхности. У мух еще очень интересное строение сложного глаза. Фасеточные глаза, то есть глаза, состоящие из отдельных глазков,
каждый из которых видит только одну часть предмета, а в целом составляет общую мозаичную картину. А вот при помощи хоботка муха питается. Она слизывает пищу и может даже прокалывать кожу и причинять боль, как всем известные слепни. Мухи размножаются невероятно быстро. Потомство одной мухи за 5 месяцев может достигнуть астрономической цифры – 5 миллиардов 600 миллионов. Это вредные насекомые, которых надо уничтожать. Вот, пожалуй, и все, дорогие ребята. Сложи песню. Об этом рассказывает нам поэт Юрий Энтин. Ребята, скажу вам честно, что когда я предложил вам сочинить стихи к мелодии композитора Николая Пескова, то не представлял себе, что столько ребят откликнутся на этот призыв. Около 1000 юных стихотворцев прислали нам письма с текстом песни, и многие из вас взялись за перо впервые. Школьник из города Сочи Игорь Говоров даже написал про это в песне. «Сочинитель я такой, сочинитель молодой, я пойду всего в 4-й класс. Мне пока что 10 лет, и открою вам секрет, песню сочинил я в первый раз». Знаешь, Игорь, для первого раза ты сочинил песню неплохо. Она получилась искренняя, веселая, и хорошо, что ты признался, что тебе помогала мама. Итак, из целого мешка ваших стихов нам предстояло выбрать одно. Задача, сами понимаете, невероятно трудная. Кому отдать предпочтение? Радиоволшебнику нравилось одно стихотворение, редактору другое, композитору третье, а мне четвертое. И наши споры грозили затянуться надолго. Но тут мы получили письмо из города Волжский, Волгоградской области, от нашего слушателя Пети Скворцова. И вот что написал нам мудрый Петя, благодаря которому наш спор был, наконец, решен. Вот его письмо. «Ваше предложение сочинить песню понравилось всем ребятам. Мне кажется, что в одиночку нам это сделать не под силу. Я предлагаю сочинять всем вместе. Мне кажется, лучше всего сочинить песню про летние каникулы. И весело, и как раз к месту». И тут мы все вспомнили, что очень много ребят прислали нам стихи про каникулы. И снова просмотрели все до одного письма и отобрали только песни про каникулы. Их набралось около 30. Я выбрал лучшие строчки из стихотворения ученика 4 класса Эдика Брайловского из города Киева, Нади И, она почему-то свою фамилию скрывает, из Петрозаводска, ученицы из Ленинграда Лены Рыжовой, Гали Москвиной из поселка Лесные Поляны Кировской области и некоторых других. Ну, конечно, взяли мы одну строчку из стихотворения автора письма, давшего такой мудрый совет, из стихотворения Пети Скворцова. Он тоже написал, естественно, про каникулы. Итак, песня «Летние каникулы». Музыка композитора Николая Пескова, а слова слушателей радионяни. Исполнит эту песню артистка Клара Румянова. Конечно, строгий критик найдет в тексте этой песни недостатки. Но помните, ее сочинили школьники, многие из которых впервые пишут стихи. И, по нашему мнению, песня получилась веселой, задорной. И, главное, написана она искренне. Песенкой веселою покидаем школу мы, от души хотим пуститься в пляс. Целый год работали, до 7-го пота мы, а теперь каникулы у нас. По местам нехоженным свой маршрут проложим мы, у костра послушаем рассказ. В травке поваляемся, в речке искупаемся, ведь теперь каникулы у нас. Станем загорелыми, ловкими и смелыми, и вернемся в свой любимый класс. А пока попробуем
позабыть учебу мы, начались каникулы у нас. Позабыть учебу мы, начались каникулы у нас. Ребята, хотелось бы знать, понравилась ли вам наша, а вернее сказать, ваша песня. А тем, чьи строчки мы использовали в песне, композитор Николай Песков обещает выслать пластинку со сказкой «Страусенок Рокки», которой он написал музыку. А я вышлю пластинку «Бременские музыканты», которой я написал стихи. Ждем ваших новых писем и новых стихов. Николай Владимирович, мы думаем, пора начинать веселый урок. И заняться на этом уроке повторением пройденного. Все зависит от ребят, друзья мои. Они нас об этом просили? Еще как! Нина Ушакова и Таня Капитанова со станции Елюзань для этого специальные стихи сочинили. Мы радионяне хотим написать, чтоб лучше задачи могли мы решать. Хотели бы мы, чтобы вы без сомнения повторили нам песенку про умножение. Чудесно. Согласен. Настраиваемся на веселый урок. Ведущие готовы? Готовы. Музыканты готовы? Готовы. Прошу. Начинаем веселый урок. Давайте сначала прочтем правила. Для того, чтобы умножить дробь на дробь, надо числитель первой дроби умножить на числитель второй, а знаменатель первой дроби умножить на знаменатель второй. Это очень трудно запоминается, понимаете, числитель первый на знаменатель. Нет, на числитель. Николай Владимирович, вот смотрите, под музыку все будет просто и понятно. Музыка, пожалуйста. Чтоб записал учитель пятерку в твой дневник, числитель на числитель сумею множить вмиг. И чтоб преподаватель доволен был тобой, ты первый знаменатель помножишь на второй. Ну вот, теперь все совершенно ясно. Каждый мальчик и каждая девочка легко поймут, что первый знаменатель нужно помножить на второй. Чтоб записал учитель пятерку в твой дневник, числитель на числитель сумею множить вмиг. И чтоб преподаватель доволен был тобой, ты первый знаменатель помножишь на второй. Вы знаете, мне это просто очень нравится, очень легко запоминается. Ты первый знаменатель помножишь на второй. А потом дели числители, числители на знаменатели. Да, друзья мои, ведь мы совсем забыли, дроби-то ведь можно сократить. Вот мы с вами сейчас этим и займемся. Дроби, 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 бей, сокращай и не жалей. Дроби, 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 бей, сокращай и не жалей. И если верно сократишь, то пятерку получишь. И если верно сократишь, то пятерку получишь. Николай Владимирович, нельзя говорить «получишь». Надо говорить «получишь». Вы неправильно ударение ставите. Позвольте, позвольте, позвольте. Так ведь иначе у нас рифмы не будет. А впрочем, давайте попробуем по-другому. Дробби, 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 бей, сокращай и не жалей. Дробби, 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 бей, сокращай и не жалей. Сокращайте все подряд, вам пятерку поставят. Сокращайте все подряд, вам пятерку поставят. Да, Николай Владимирович, придется один из следующих веселых уроков специально посвятить ударениям. Минуточку. А где тут у нас был словарь правильных ударений? А мы его на место положили. Да? Да. Интересно, на какое это место вы его положили? В библиотеку.
Ну, знаете, друзья мои, вы меня просто удивляете. Видно, мы вместе должны будем в следующий раз заняться правильными ударениями. А сейчас... Радио Няня прощается с вами. Она желает вам хорошо отдохнуть этим летом. Вам хотят сказать несколько слов на прощание. Радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов. Друзья мои, очень прошу вас к новому учебному году придите окрепшими и веселыми. Поэтому бегайте, играйте, загорайте и купайтесь. Только смотрите, далеко не заплывайте. Учтите, Радио Няня... всегда следит за вами с берега. Редактор Елена Лебедева. Не купайтесь до посинения и не загорайте до облизания. Режиссер Надежда Киселева. Мойте фрукты и овощи перед едой и руки тоже, пожалуйста. И, наконец, ведущие передачи Александр Лившиц и Александр Левинбук. Ребята, если вы сейчас отдыхаете в пионерском лагере... не забудьте написать письмо своей маме. И передайте ей, пожалуйста... привет от Радио Няни. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио Няня, Радио Няня, есть такая передача. Радио Няня, Радио Няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио Няня, Радио Няня, есть такая передача. Радио Няня, Радио Няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.